такой слух дошел, да, такой достоверный, что сейчас правительство, оно меняет свою стратегию по отношению к протестантам. И оно заинтересовалось деятельностью протестантов как полезных все-таки элементов общества. Да? И ситуация мониторится, и как будто бы есть какая-то либерализация. Поэтому, ну, вроде бы правительство делает работу над ошибками. И гайки будут немножко ослабляться, но тем не менее расслабляться не надо. Поэтому будем стараться быть публичными, быть прозрачными, создавать такой приятный имидж о себе, да, нормальный, здравый имидж, не сектантский имидж, да. А если нас где-то реально оскорбляют, ничего страшного писать заявление там, в прокуратуру или в ВВД, да. Обычно извиняются и там, то есть отставить свои права по полной программе. А также было бы неплохо, чтобы у нас появился свой сайт, да. Есть кто-то, кто умеет это делать красиво? Или у кого-то, да? Какой-нибудь простой нам сайт, хотя бы чтобы там была кнопка для сбора пожертвований. Да? Голову не поднимать, блядь, свои! Голову! Вот ты ебало, блядь! Телефон все убрали! Куда ты потянул, а? Скажешь, убрали, блядь. Руки, блядь, чтоб я видел. Руки за голову. Руки за голову, блядь. Чёрные руки! Я все смотрю, блядь. Кто такие, блядь? Едем без пробок.